Всем привет, меня зовут Ольга Халина, и я создаю амулеты из горного хрусталя. К Дмитрию я обратилась за созданием бота для своего канала, для того, чтобы продвигать свои услуги. До этого я протестировала идею свою, гипотезу вручную, и решила ее автоматизировать. Дмитрий очень быстро сделал мне бот, но он никак не сработал. Я немножко сразу же расстроилась, но он объяснил, что быстро так не получается, всегда нужно переделывать. Он терпеливо несколько раз переделывал этот бот, и мы добились того, что он пришел к совершенству. Сейчас он мне очень сильно помогает и привлекает на мой канал клиентов. Я зашла в работу с блогерами, мне очень удобно сразу показать им, что я делаю. И поэтому я очень благодарна Дмитрию за его терпение, потому что я не простой клиент. Клиент, который не понимает, что такое боты и вообще с техникой не в ладах. Поэтому сейчас мне самой нужно набраться тоже терпения и продвигать свой бот. А штука эта классная. Спасибо, Дмитрий.